поближе. У нее болели глаза. И на всего напряжение. Очень большое напряжение у нее было. И то очень много лет. У нее резко начало ухудшаться зрение. Но сейчас она чувствует прекрасно. Да, и нема никакого напряжения, нема болта. Нет никаких болей, нет никаких напряжений, она счастливая. И она верит, и зрение, то, что, что зрение, оно обновленное. Да, благодаря Богу за все, что благодаря Богу, что все, что Он сделал для нас. И Максим, ты тебе и хочу сказать Максиму, огромной благодарности за время, которое ты отделил время Богу для нас и за грамоту, которую ты дал нам. И хлеб, который ты дал нам. Просто твое. Слава Богу. Просто.